Так. Привет всем, с вами я это College Russian. In today's video I have my fellow YouTuber Stanislav from the channel Learn Russian back with me to talk about a very fun theme that I think is going to be interesting for a lot of my students and my viewers, and that is his soviet childhood so this is uh, one of the later units in my online course this is when we start to talk in the past tense about things about our childhood what did we dream about when we were young and this uh, forces you to use a lot of imperfective aspect and um, so you'll be hearing him talk about his soviet childhood he'll also be expressing his opinions about whether he thinks he had a happy childhood and I think you're going to get a lot of really great vocab practice from this video. Again, all of the information about Sergey, if, if you want to l learn a little bit more about him, you can watch our previous video uh, where we talked about our native, our hometowns. And the, uh, also, you'll be able to find his channel and his website in the description box below. So, we're going to go ahead and get started. I'll be asking him about his Soviet. Child, childhood. Um, пожалуйста, Станислав, расскажите сначала немного о себе: сколько вам лет, где вы родились, и так далее. Да, uh, спасибо. Uh, всем привет. Uh, я родился в Ленинграде, uh, в Советском Союзе, в СССР, uh, в 1970 году. Uh -huh. Мне сейчас 52 года. И первые 20 лет, 21 год я жил в СССР, и потом э -э, в Российской Федерации, uh -huh. и, и сейчас я в Австрии, uh -huh. это жизнь. Uh -huh. <laughs> так. И э -э поэтому я очень хорошо помню Советский Союз, и в СССР я ходил в детский сад, ходил в советскую школу, Uh, немного в университет, uh -huh. uh, сначала я учился в Ленинградском университете имени Жданова. Это был такой uh, лидер коммунистической организации Санкт-Петербурга. Да? Uh -huh. uh, хороший uh, писатель из Ленинграда, uh -huh. uh, который эмигрировал в США, Сергей Довлатов, которого я всем рекомендую. Uh, он объяснял американцам, он тоже учился в нашем университете, он объяснял американцам, uh, университет имени Жданова, ну, это как университет имени Аль Капоне. И да, и я был тинейджером, да, тоже в СССР. У меня большой опыт. Так, хорошо. И как вы думаете, вы считаете, что у вас было счастливое детство? Uh, да, спасибо папе и маме uh -huh. и моим друзьям. У меня было счастливое детство, и я думаю, что у каждого человека счастливое детство, если нет войны, например, uh -huh. или э, голода. Uh -huh. Если нет какой-то катастрофы, то uh -huh. детство это всегда счастливый период в жизни. Uh -huh. да? Но я не думаю, что в СССР была счастливая жизнь. Да? Uh -huh. Я думаю, что у меня было счастливое детство, потому что у меня были хорошие родители и хорошие друзья. Uh -huh. Но детский сад или школа, например, мне не нравились. Хм, интересно, почему? Да. А, да, интересно. Еда была невкусная. Ага, окей, okay, хорошо. Я думаю. Да, oh, вы полностью пропали. Окей, okay, so yeah. еще раз. Еда была невкусная. Да, еда была невкусная. Не было бананов, ананасов и многих фруктов. И была очень строгая дисциплина в детском саду и в школе. Значит, например, когда я ходил в детский сад, надо было не просто спать днем. И дети не любят спать днем. Надо было обязательно спать днем и спать так. Вот не так. Не так. Не так. А вот так. Значит, нам э, говорили. Какая поза должна быть, когда мы спим? Mm. И в школе тоже была очень строгая дисциплина. Нельзя было, например, нельзя было говорить, что думаешь mm -hmm. часто. Нельзя было носить длинные волосы. Mm -hmm. И я слушал рок. И играл в рок-группе, и я хотел носить длинные волосы, и это была серьезная проблема для администрации школы, да? Uh -huh. Поэтому, э, ну вот э, жизнь была э, интересная, но э, как, аскетичная, да, uh -huh. Uh -huh. <laughs> небогатая. Uh -huh. Так, вот. а вы с семьей куда-нибудь путешествовали или ездили? То есть, да, как ее, как, где вы отдыхали? Отдыхали, да. Мои родители хорошо зарабатывали угу. в СССР. Угу. Они были фотографы, угу. и это была уникальная профессия, где они получали деньги от клиентов. Значит, э, можно сказать, что э, везде был социализм или коммунизм, и у моих родителей был капитализм. Uh -huh. <laughs> Потому что они э, делали фотографии для клиентов и получали деньги от клиентов. Uh -huh. И в семье деньги были. Поэтому ездили отдыхать на Черное море всегда, uh -huh. обычно э, в Грузию. Например, да, я не знаю почему, но обычно не ездили в Крым или в Сочи, ездили mm -hmm. в Грузию. Mm. И жили там долго летом, особенно мы с мамой, может быть месяц или два месяца. Папа работал в Ленинграде с туристами, и он мог приехать на две недели или три недели к нам. Mm. И один раз в детстве... Я ездил с родителями за границу, в Польшу. Mm. Да, и это был очень, было очень интересно, это был новый опыт, потому что в Советском Союзе поехать за границу было очень трудно. Mm -hmm. Очень редко люди могли поехать за границу. Мы ездили в Польшу, когда мне было 9 лет. Да, и это было как сейчас, я не знаю, почти не как на Луну, но почти. Может быть, в Северную Корею. Американцев поехать, например, в Новую Зеландию или в Японию, в очень экзотическую страну, или там в Тибет. И второй раз на следующий год, когда мои родители снова хотели поехать в Польшу, им больше не разрешили. А, как Это было один раз. Uh -huh. да. Второй раз было нельзя, потому что нужно было идти на специальное интервью. Uh -huh. Я не помню, там были люди из партии или КГБ, наверное, и было специальное интервью, и нужно было получить э, разрешение uh -huh. поехать за границу, uh -huh. даже в социалистическую страну. Uh -huh. Вот. Но И... это, это было очень интересно. Так интересно. А что было в Польше, э, которого не было дома в Советском Союзе? Интересно, как вы думали, что люди в Польше в это время хорошо жили? Я думал, что да, потому что они жили, ну, лучше, чем э, люди в Советском Союзе, хм. в принципе. Угу. Я думаю, там было чуть больше свободы. Угу да если интересно у меня есть два примера uh -huh. я могу рассказать у меня был два раза в польше у меня был культурный шок uh -huh. первый раз мы были в центре в варшаве и там был большой собор католический собор uh -huh. и я думаю что умер офицер или генерал uh -huh. и была такая церемония в соборе и было очень много его коллег, очень много людей, и все в униформе mm -hmm. польской армии. И я уже понимал, что это очень странно, потому mm -hmm. что в СССР был официальный атеизм, и такая церемония, религиозная церемония в соборе, где много офицеров mm -hmm. э, в форме это было абсолютно невозможно, я думаю, у нас. Я уверен. Они просто все, для них это был бы конец карьеры. Хм, как интересно. Но в Польше э, религия католическая религия была, можно сказать, сильнее угу. и более легальная, да. Угу. Ее позиция в политической системе была намного сильнее. И э, в это время примерно в это время э, был римский папа из Польши даже, да. Иоанн Павел II в Риме, глава католической церкви. Вот. Поэтому в этом смысле Польша была более либеральной. Mm -hmm. Может быть, это странно звучит в Америке, когда mm -hmm. я говорю... Католическая церковь, церковь либеральная. Значит, человек мог ходить в церковь и мог mm -hmm. не ходить в церковь, mm -hmm. да, мог выбирать. Mm -hmm. Это был индивидуальный выбор каждого человека. И второй пример был, я любил мороженое. Mm -hmm. Я сейчас тоже люблю мороженое. Uh -huh. И да. И я помню, что мы ходили в кафе, и там было очень красивое мороженое с фруктами, с шоколадом. И я не ел такое мороженое в Ленинграде и не видел. И я спросил папу и маму. Почему в Ленинграде не делают такое красивое мороженое, такое вкусное? Mm -hmm. И они сказали мне, что ну вот это кафе, это не э, кафе э, государственное, это кафе человека, mm -hmm. потому что в Польше был легальным маленький бизнес. Mm -hmm. Можно было открыть, например, магазин цветов или кафе мороженое и... Э, мне было 9 лет еще раз, но э, папа и мама рассказали мне, что вот э, это кафе человека, э, он хочет делать особенное вкусное мороженое, потому что он получает деньги, когда мы покупаем у него, и он хочет, чтобы больше клиентов приходили к нему, и чтобы мы вернулись еще раз. Поэтому он старается больше, чем э, в советском кафе. <связывая> Все как люди просто сказать, да <связывая> получают стабильную зарплату, да, <связывая> никому не интересует сколько клиентов там. <связывая> и э, вот я понял, это был важный урок в жизни для меня, я думаю, и очень интересный, да. Да, то это это было ваше. Первый опыт с капитализмом, да? Э, да, и первый опыт экономической, практической экономики. Так, как интересно. А дома да. чего у вас не было? Э, дома. Ну, угу. э, можно сказать, что мы жили хорошо, да. но сначала у нас не было машины. Угу. Э, долго не было телефона дома, да. потому что телефоны давало государство, и нужно было ждать. Была очередь, да. Mm -hmm. Я думаю, что э, мы переехали в новую квартиру. Это был прямо конец города, последний дом Ленинграда, потом начинался лес, где я гулял с собакой, и несколько лет у нас не было телефона. Я помню, я уже ходил в школу, и в школе у меня у нас были дети, у которых есть телефон, и были дети, у которых не было телефона. Uh -huh. Если мы хотели пойти гулять вместе, надо было в школе договориться, что мы встретимся в 4 часа и где. Uh -huh. И обязательно прийти. Да? Uh -huh. Нельзя было позвонить, как сейчас на мобильный, и сказать, э я опоздаю. Uh -huh. так. А когда вот. вам надо было звонить кому-то, что вы делали? Надо было взять монету и мг. пойти на улицу в телефон-автомат и позвонить из автомата, да. Так, да, как а, интересно. А мне никто не мог позвонить, потому что я думаю, что в США можно было звонить в автомат. Да, Тоже. есть, даже есть номер. Вот. В СССР нет, можно было звонить только из автомата. А -а -а, как Но интересно. нельзя было принимать звонок. Ха. Это было невозможно. Да, потом... <cause> Еще э, не было телевизора, цветного телевизора, долго, mm -hmm. потому что тоже были деньги на телевизор, но надо было ждать. Mm -hmm. но потом э, я помню, это был новый год, и на новый год папа купил цветной телевизор. Э, это было круто. И mm -hmm. Не было ну, потом у меня была серьезная проблема в жизни, когда мне было 15 лет или 16 лет. Я очень любил музыку. Mm -hmm. Я играл на гитаре. Mm -hmm. У меня сейчас на YouTube-канале есть рэп для студентов. Да, yeah, можно... I... <laughs> uh -huh. очень понравился uh -huh. это очень. <laughs> И, мы с друзьями организовали группу. Мы играли и хотели слушать музыку, и у нас не было uh, рок-музыки uh, с Запада, mm -hmm. из Европы или из Америки. Она была абсолютно нелегальна в СССР, uh, значит, uh, ну, это было как героин, наверное. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. uh, было очень трудно uh, импортировать, да, uh, привозить в страну uh, виниловые диски. А тогда вся музыка была на виниле. Это были вот mm -hmm. такие большие диски, значит, серьезная проблема. И я помню, что мы с друзьями в 16 лет э, ездили на поезде в лес, недалеко от города, где было специальное место в лесу, черный рынок, в субботу mm -hmm. и воскресенье, где можно было покупать, продавать или менять эти диски с музыкой. И там у нас были, вот, я не знаю, там Metallica, Iron Maiden, uh -huh. uh, ACDC, uh -huh. uh, KISS и все, что мы тогда слушали. Uh, вот. И это стоило очень большие деньги. Uh, диск стоил 40-50 рублей. Это очень и много. зарплата была 120 рублей. Uh -huh, uh -huh. Это стоило, как в США, наверное, сейчас, как uh, альбом за тысячу долларов. Да. И ваши родители знали об этом? Да. Ага. И что они думали об этом? Они думали, что это очень странно криминализовать музыку вообще. Они всегда понимали меня. Ага. Вот. Да. Мои родители не были коммунистами и читали Солженицына и вот. Да, они Хотя не... это было нельзя тоже, по-моему, в Советском Союзе. Да, конечно, mm -hmm. да. Mm -hmm. Нелегально брали книги у друзей, mm -hmm. да, mm -hmm. а поэтому они были против системы. Так, как они интересно. были активными диссидентами, но они не любили систему. Mm -hmm. И иногда э, милиция э, с собаками приезжала, и у меня были в биографии есть такой факт, что я с этими дисками бегал от милиции с собаками и и и как видите я убежал потому что если бы меня арестовали с этой музыкой может быть я не мог бы поступить в университет не стал преподавателем не написал книги поехали и сейчас не давал бы это интервью вот К счастью я убежал и могу ага. рассказать вам эту историю так, как интересно, я тоже была хулиганкой по поводу музыки, когда, потому что я любила слушать очень такой тяжелый хард-рок, и мои родители oh. были очень против. И даже oh. однажды я купила билеты на, на концерт одной группы. К... Вот, это очень ну, люди думали, что это вот очень злая группа, но я очень до сих пор обожаю их музыку. И я хотела потихонечку, ну, просто сказать родителям, что, а, я буду моей подруги, но на самом деле я хотела пойти вот на этот концерт. И потом они нашли вот билет, потому что в это время билеты были бумажные, да, знаете, да. теперь они все на телефонах, но они нашли вот этот билет и вот. Они так, о, они так кричали на меня и запретили мне даже выйти из своей комнаты. Мне надо было сидеть даже в комнате Ужас. целый день. А вот теперь я уже ходила на концерты этой группы три раза уже в жизни. То есть да. <laughs> я до сих пор вот. хожу на их концерты. И я слушаю, я слушаю до сих пор хэви метал 80-х годов, uh -huh. да, и э я думаю, тогда, с одной стороны, у нас был такой протест, почему нам нельзя слушать эту музыку. С другой стороны, иногда мы думали о молодых людях в Америке или в Британии, которые могут просто пойти в магазин и купить диск новый и даже видеть рекламу. И думали, как мы ездим в лес на черный рынок и бегаем от милиции. И иногда мы говорили, но ну, у нас это настоящий рок-н-ролл. Да, вот это настоящий дух рок-н-ролла. вот это я в советской школе, в Ленинграде, 15 лет, я думаю. Вы видели документарий, где Пол um, Маккартни, он говорит, когда они вступали впервые после распада Советского Союза, они там поют, и он смотрит на людей в толпе, и он просто как был в полном шоке, что все люди уже знают все эти слова, все люди yeah. пели вместе с ним, и это, он сказал, yeah. что это был один из самых как, любимых э, моментов вот всей карьере. То есть я думаю, да, вот он до сих пор... Это было очень важно для нас. Для нас это был символ свободы тогда. Да, вот. И мы все слушали еще, очень было модно слушать программы радио BBC, русскую службу BBC, где был Сева Новгородцев. Он каждую неделю делал программы о рок-музыке на русском языке. И в это время... Все мои друзья, мы все сидели около э, радио и слушали вот новости. Окей. Mm -hmm. uh, okay. uh, тоже, вот кем хотел стать маленький Станислав? О чем он мечтал? Спасибо. Интересный вопрос. Конечно, как все дети, я думаю, я несколько раз менял такую, менял выбор профессии. <соединяющие> И, э, но, например, был большой период, когда я хотел стать биологом. <соединяющие> я очень любил животных, я очень любил биологию, тоже науку. Я читал такие популярные книги о биологии. Да? И старался изучать, систематизировать, как-то рисовал систему животных, классификацию. Не только mm -hmm. любил фотографии животных или <laughs> играть э, с собакой. Но э, мне нравилась классификация, наука, что как называется, такие вещи. Но э, сейчас будет смешно, я надеюсь. Э, мы купили собаку. Mm -hmm. И э, папа нашей собаки, <связывая> это была собака э, биологов, которые работали в университете в Ленинграде на биологическом факультете. И в это время мне было, я думаю, 12 лет, значит, это, наверное, 1982 год, чтобы ориентироваться примерно. И э, когда мы приехали, за собакой, и мы разговаривали с ними, и они сказали, что они биологи. Я был очень рад. Я сказал, как классно, я тоже хочу работать. Вот И я сказал, как классно, я тоже хочу работать биологом, у вас самая интересная профессия. И они сказали, ну, нет, это очень плохой план, потому что э, в биологии сейчас перспективы нет, ничего интересного мы не открываем больше, всех животных мы знаем, это было, да, вот 40 лет назад. Mm -hmm. И у тебя никогда не будет хорошей работы. Если uh -huh. ты будешь изучать биологию, у тебя никогда не будет хорошей работы. И ну, я решил, что нужно искать что-то другое. И сейчас я очень люблю мою профессию, но это так смешно, правда, что uh -huh. они знали сегодня, когда есть э, генетика. Генная инженерия, сегодня биология это может быть самая перспективная сфера после компьютеров, угу. да? но 40 лет назад даже профессиональные биологи не знали, что будет так? Да, вот очень так интересно. Люди не могут предвидеть будущее. Да? Угу. Так вот. а как вы думаете, было что-нибудь? Короче, что было лучше в Советском Союзе? лучше чем что лучше чем где или когда чем Это. сейчас потому что сейчас идет такая большая волна ностальгии да вот люди действительно скучают по у меня ностальгии нет так uh окей -huh. да у меня ностальгии нет да поэтому uh, я понимаю что uh, когда государство можно сказать решает твои базовые проблемы для многих людей это комфортная ситуация да? угу, угу. но для меня нет для, я думаю для меня свобода важнее чем гарантии угу. да? Да. есть люди которые хотят гарантии и есть люди которые хотят возможности и я думаю что к сожалению, это выбор: больше гарантий, меньше возможностей, меньше гарантий, больше возможностей. Да? Uh -huh. Я люблю более свободные системы и более свободное общество. Вот. Ну, то есть я, конечно, не хочу говорить, что тогда была афганская война, а сейчас война в Украине. И может быть тогда война была чуть-чуть меньше. Я точно не знаю. Да, мы не знаем всю правду о том, что сейчас, и может быть, это чуть лучше, да, Но uh -huh. это, э, об этом говорить грустно. Если говорить о периоде до войны, да, uh -huh. то, конечно, э, после СССР для меня стало лучше, по-моему. Uh -huh. Открытый мир, больше возможностей, э, открытые границы свобода писать, читать, играть, слушать. Я открыл свою школу, и uh -huh. это было счастье, 20 лет счастья. Uh -huh. вот. Поэтому мне не нравился СССР и не нравится еще. Uh -huh. Я могу сказать, что моему папе не нравился СССР, uh -huh. и он был рад, когда пришла свобода. И, моя мама, она сейчас в Санкт-Петербурге, ей 84 года, и она не хочет назад в СССР. Хм, как интересно. Вот. Да. Поэтому, ну, так. вот какой у нас это был вообще такой интересный разговор. Есть у меня еще столько вопросов на времени. Я думаю, что нам надо будет делать еще целое видео о роке рок н ролле в Советском Союзе, потому что у меня, Давай. когда вы говорили, у меня были о, столь много вопросов, много вопросов я так хотела задать, но это уже будет в другом видео. А, спасибо вам большое, вот это было очень интересно. А, I hope that everybody thought Absolutely. that that was so interesting. Please, if you didn't understand that, please go and listen to it. I'll have English and Russian subtitles available. Wow, that was just so cool to listen to, especially for those of you who are too young to even remember the Soviet Union. I mean, I was only, you know, eight years old when it when it came to an end, but still, that was so fascinating to listen to. And please leave a comment below if you want to if you have any more topics you would love to hear Stanislav talk about, and we'll try and do. Спасибо вам огромное, Станислав, вот это было я многому у вас сегодня научилась. Спасибо вам большое. Еще раз. Спасибо за эту возможность. Вся информация о Станиславе и о его школе это все в описании. И спасибо за просмотр. И это все на сегодня. До свидания. Пока. Так.